Популярный сайт по перепродаже различных вещей в последнее время все чаще таит в себе неприятные сюрпризы. Чаще они попадаются тем, кто готов верить объявлениям о продаже вещей по невероятно заниженным ценам. К примеру, извещениям об автомобилях, которые идут на перепродажу вдвое дешевле, чем обычно. Автомобиль ВАЗ-2113 2013 года выпуска. Продам за 60 тысяч рублей. Машина в отличном состоянии. Примерно на такие сообщения попались двое жителей Нефтекамска. Позвонив по указанному номеру, они договорились с продавцом о просмотре машины. Правда, перед этим продавец на том конце провода сумел убедить доверчивого покупателя в предоплате, что и оказалось ошибкой. Позже это уже выяснили в местной полиции. Продавец после произведения предоплаты исчезает с сайта Авито, а также отключает все абонентские номера и больше на связь не выходит. Сотрудников полиции поддерживают и опытные продавцы автомобилей. Они подтверждают, бесплатный сыр только в мышеловке, а дешевые автомобили только у мошенников. Нормальное авто, которое выпустили в последние 5 лет, в хорошем состоянии, никакой продавец не отдаст дешевле 120 тысяч рублей. А иначе есть повод задуматься. Ну, она не будет в хорошем состоянии, она будет крашеная, уже, где уже ресурс вышел. Нормальные машины начинаются от 150 тысяч, такие модели. Хорошая машина, она стоит хороших денег. Напоследок опытные продавцы советуют горожанам обезопасить себя от подобных сделок на вторичном рынке с помощью легальных продавцов, которые перед продажей непременно покажут автомобиль и наверняка вместе с вами проведут его диагностику. Они работают в ряде автомобильных салонов города. При этом сотрудники правоохранительных органов добавляют, что привлечь мошенников в подобных случаях с предоплатой не так просто, ведь чаще всего к такому способу перебегают правонарушители из других регионов или даже из мест лишения свободы. Лариса Миронова, Ильшат Исламов. Информационная программа «Время новостей».